Зеркальная дата. 12.02.2021. Именно эта дата в году станет самым мощным, что утверждают эзотерики. Эта дата – палиндром, то есть слова или фраза, в нашем случае число, которые одинаково читаются слева направо и справа налево. И таких дат очень мало. Следующей такой датой будет аж через 100 лет. 12.12.2121 года. Интересно, что даты, где отображаются день и месяц, тоже называются зеркальными. Например, 01.10, 12.21 и так далее. Но таких в году много, а дата 12 февраля 2021 года единственная. Почему именно эта дата особенная? В этот день для людей открываются безграничные возможности, уверены нумерологи. По их словам, 12 февраля нас ждет, наконец, достижение главных целей. А если сложить все цифры зеркальной даты, то получится 10, что в нумерологии символизирует триумф и исполнение задуманного. Также они утверждают, что те события, которые произошли именно в зеркальную дату, являются судьбоносными. Что нужно делать в этот день? В этот день нужно лишь зарядиться позитивом и настроиться на хорошее. Плохие мысли можно подумать и потом. А в эту зеркальную дату нужно встречать в хорошем настроении. Утверждают нумерологи, что именно в эту зеркальную дату нужно тщательно продумывать свои планы. И есть небольшой шанс, что эти планы сбудутся. Есть небольшой ритуал, как загадать желание в эту дату. Эзотерики рекомендуют использовать простые техники. Достаточно лишь чуточку конкретизировать свои желания, а ритуалы могут быть несложными. Например, можно поставить на стол зеркало. Найти изображение, которое бы отображало ваше желание. Автомобиль, дом или сердечко, что символизирует счастье. Нужно зажечь пару свечей и поставить их по бокам зеркала. И нужно конкретно произнести вслух свое желание. На что утверждают эксперты, оно обязательно сбудется, потому что такая дата очень уникальна и энергетически сильная. Также они говорят и рекомендуют, что именно нельзя делать в эту дату. Это грустить, унывать, делать или желать зло людям, конфликтовать, спорить, вспоминать старые обиды, лениться и бездельничать, делать необдуманные покупки, вспоминать неудачи, проживать в памяти несчастливые моменты жизни. Но это, скорее всего, рекомендации не для даты зеркальной, а лучшие рекомендации для каждого дня. Будьте счастливы и здоровы!